Причину задержания знаете? Нет. Сейчас вам все разъяснят. Что вы можете пояснить об обстоятельствах предъявленного вам обвинения? В августе месяце мы там собрались организовать якобы изнасилование вот, с депутатом Госдумы в кафе. Вот. Ну, после чего выпивали спиртные напитки, после этого тогда он поднялся с девушкой, ну, якобы там произошло изнасилование, она то написала заявление. Вот. Ну, это все было сделано ну, в целях получения денежных средств данного человека. Какую сумму денежных средств вы хотели получить от него? Ну, это 10-15 миллионов. Вы пытались как-то подмешать что-то ему, чтобы получить? Ну, там один подмешал какой-то там препарат для возбуждения. А каким способом подмешали ему этот препарат? Ну, налили в стакан с виски.